И добро пожаловать в октагон! Боец из Казахстана, Султан Жолдабекулу и россиянин Гран Такапян! Готов? 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 Начинается турнир «Память Абдулманапа Нурмагомедова», легчайшая весовая категория, Султан Жолдабек против Гранта Акопяна. Грант в красных шортах, в зеленых, соответственно, Султан. Смотрим. Подбирают дистанцию, пока не так много ударов, как мы видим. Центр занимает Султан Жолдабек и пробует свой левый джеб. Пока что много перемещений, удар с разворота от Гранта Акопяна. Очень аккуратное начало, лоу-кик, проваливается Грант, не реагирует Султан. Отличную скорость у армянского спортсмена, пытается он раздергивать оппонента, активно двигается. Оба боксируют в левосторонних стойках и через лоу-кик в борьбу заходит Акопян. Забрал шею, идет через руку, постарается задушить, получится или нет, хорошее давление. Грант выбрасывал удар ногой, то ли мидл, то ли лоу-кик. В итоге соперник пошел в ноги и накрывает его Акопян. Понимает, здесь могло бы быть опасное колено. На выходом пытался правым боковым пробить Жолдабек мимо цели. Не получилось. Тем не менее, конечно, в актив попытку проведения удушающего записывает Грант. И потратил определенное количество сил. Формат поединка стандартный, 3 раунда по 5 минут. Но сегодня будут и чемпионские баталии, 5 по 5. Вновь очень агрессивно среагировал на лоу-кик соперника Султана. Двойка руками. В блок пришлись эти удары. Ну, примерно уже можем сейчас понять, на какие аспекты делают ставку спортсмены. О, мощнейший навстречу от Акопяна. Да, попал, и вновь отмечаем скорость армянского спортсмена. Хороший у него удар с разворота. Пока ноги его не подводят, он может вести эту встречу. Размен. И вновь дистанция. Вертушка. Пока что, на мой взгляд, он не может подобрать свой темп и определенный тайминг Султан Жолдабек. Очевидно, что после комбинации соперника он пытается делать ставку на проходы в ноги, но раз за разом как бы замирает в полупозиции и оказывается на просто убийственной дистанции от Гранта Акопяна. Да, и тут же Грант выбрасывает 2-3 удара, старается переводить акцент с корпуса на голову. Сейчас сосредоточен, дал сопернику немного почувствовать клетку. Возможно, выманивает. Вытягивает на себя соперника по-прежнему Грант. Да, посвежее, посвежее Акопян. Ну и немного быстрее. Зажат пока что Султан. Посмотрим, как изменится ли это. Отступает Акопян. В любой момент готов ворваться навстречу. Серия ударов из клинча. Хороший стык. Кто физически сильнее? Коленом по корпусу отрабатывает Султан. Затяжной клинч. В ногу пытался завести Акопян. Не получилось. Колено от Акопяна. Продолжает прижимать соперника в сетке. Разрыв дистанции. И вновь рискует Грант Акопян. Здорово обманул сейчас Грант. Фактически Супермен Панч хотел пробить, но мимо. Вновь борьба. И опять по корпусу энергозатратный. Получается первый раунд. Полторы минуты уже меньше до конца. Двойка по корпусу от Акопяна на выходе. Через руку попадает Жолдабек. Чувствуется, что с точки зрения мощности ударов 25-летний боец, представляющий Казахстан, не уступает. Вновь пропускает Султан, но заходит все-таки на ближнюю дистанцию. Сейчас захват под одну ногу. Будет пытаться провести тейкдаун. Остается меньше минуты. Здорово действует Жолдабек. Прекрасное вращение. И пытается он занять боковой контроль. В итоге диагональ, хафгард. 30 секунд. Отдает спину. Но не пользуется этим Султан. Да, Акопян, в общем, решил не засиживаться в оборонительной позиции в партере. Удается ему встать. Ну что ж, один единственный тейкдаун в этом раунде
записывает свой актив Султан Жолдошбек. Опять берет ключ и пытается развернуть оппонента. Гранта Копян. Просят секунданты из Орлана Мэмэйна. Хороший первый раунд провел Грант, но, к сожалению, травмировался. Дамы и господа, в связи с получением травмы и невозможностью продолжить поединок по окончании первого раунда техническим нокаутом победу одержала Султан Жолдошбек. В любом случае, поздравляем Султана Жолдошбека.